Всем здорово, турнир против Измайлова из клана Эйс Карта. Берег Черной Кости. Я даже, честно говоря, до этого никогда не вчитывался в название этой карты. Она вроде доступна только на маневрах или в доминировании, а я такой режим игры вообще не играю. Не люблю эти флаги. Так, здесь мы играем, сколько будет, 16 минут. Мы на голд-разведке забираем большое количество ящиков нашего противника, но есть один минус. Мы не вышли в море в развертку. Не хватило электроэнергии, я даже не посмотрел. Так, бой был здесь интересный за счет тактики, которую использовал наш оппонент. Он производил большое количество дельт. Ну, у него вообще был упор похож на эти дельты. Я собрал два ящика, ну, это потому что я в развертку не вышел. Думал, ладно, заберу хотя бы свои домашние ящики. Бац, тут тоже еще одна дельта есть. Вышла небольшая печалька. Так, я решил, что буду играть через кречеты. Достраиваю центр снабжения. Электростанции. Пытаюсь перехватить флаги, которые вообще можно перехватить. Но вот меня заметил бот зеленый, поэтому пришлось немного отступить. Появляется крепость у нашего оппонента. Перехватывает флаги, отправляет два дикобраза, чтобы расправиться с крепостью. Флаг он успел захватить, но роли это особо не сыграло. Ставлю вторую морскую установку, успел разведать противника. У него тут две верфи. Производит он большое количество дельт. И флаги он пытается перехватить с помощью бункеров ракетных установок. Тут у меня дикобразы появились быстрее на холме, и они уничтожают все строящиеся ракетные установки. Но тем временем наш оппонент атакует меня дельтами. И он делает он это, ну, так успешно. Он уничтожает мне авиазавод второго уровня. Я начинаю производство дикобразов, чтобы отбиться от этих дельт. А что еще производить? Больше нечего производить. Дикобразы только, если... Уничтожает второй завод кречетов. В итоге получается, что он убивает все мои планы на игру. Ну, здесь я, благо, отбиваюсь. Ну, удерживаю все же холм за счет дикобразов. Не стал их отводить на базу. Знаем, что дельта не очень мощный юнит. Его, в принципе, броненосцами можно уничтожить и дикобразами. До производства. Плюс нам должен бот помочь, по идее. Потому что мы удержим три флага, у нас подкрепление чаще. Здесь достраиваю все же ракетную установку, нет, станционарную пушку, и отправляю вот эти три дикобраза, которые у меня были на холме, защищали обратно. Ну, здесь он пытается застроить бункерами свой холм, но у него это не получается. Эту станционарную пушку он уничтожает дельтами. Я думал, что у него дельты кончились, а у него еще они остались. Ну, видимо, до заказа делал, думал, может быть успешная атака дельтами, но не так, не вышло. Уничтожаю только дикобразами ракетную установку и отхожу под защиту пушки. Пушка наносит просто огромный урон, поэтому лучше отступить назад, пусть пушка расправится с этими молотами. Она урона намного больше наносит, чем дикобразы по технике. Справляется буквально за два залпа всей этой техникой, поэтому надо немного было отъехать назад. Ну, плюс бункера достают до дикобразов, чтобы их не уничтожали, надо тоже контролировать этот момент. Пушка достроилась, уничтожает бункер, который тут остался. Еще ракетная установка. Начинается перестрелка. Он ставит бункер вперед, поэтому уничтожает мою пушку. Ну, у меня появился первый мамонт. Мамонт начинает атаковать ракетную установку издалека. Пушку я поставил глупо, конечно, в надежде, что ее не засветит. Но тут появился бункер, который все это засветил. Здесь продолжает работать пушка, успевает уничтожить один бункер. До этого она уже не достает, из-за того, что 10 минут боя прошла. Ну, сейчас задача уничтожить бункер, а с этой пехотой можно будет расправиться попозже. Они, конечно, урона много наносят, но потом бункер будет намного труднее выбить. Продолжается тут борьба пушек, и начинает мой бот уже давить базу этого игрока. Так, уже 3 мамонта есть, 4 мамонта. Но я думаю, игрок здесь понял, что у него что-то не получается. Холм все же удержал я, пушки достраиваются. Отправляю дикобраз, чтобы он начал стрелять по бункеру, чтобы бункер начал стрелять по дикобразу, чтобы успеть починить пушку. Вот такая вот логика. Успел все же починить. И все, в принципе. Начинает жестко давить бот моего оппонента. Конечно, подкрепление зеленое спасает его на неопределенный промежуток времени.
Ну, холм за мной, здесь мамонты, здесь дикобразы, вертексы не помогут, торы могут помочь, если он успеет. Сейчас у меня уже будет, по идее, застройка ПВО, должна быть. Ну, он перехватывает флаги, но уже поздновато. Уничтожил лжедром, который тут строился. Мамонты на холме вообще делают лютые вещи. Уничтожают все издалека, и чтобы их уничтожить, надо подъехать сюда. Здесь ты уже попадаешь под обстрел пушки. В общем, все же использование рельефа очень сильно решает исход боя. Было бы это в открытом поле, у него очень были бы какие-то шансы там молотами отбиться от мамонтов. Потому что тут, в основном-то 8 мамонтов. Включаю голд-разведку, посмотреть, что там вообще есть на базе у противника. Тут авиазавод 2 уровня, я так понял. Штаб 3-го, и пытается он отстроиться, сражается до конца, но безуспешно. Здесь уже база пустая, но производится молот, но поздновато. А, смотрите, тут есть викинги. Решил он сыграть через викинга Измайлов. Че, у него прокачан викинг, что ли? Ну, я поставил морские установки дополнительные. Не, ну у него, видимо, не сильный викинг. Хотя половину морской установки смог уничтожить. Фиг его знает. Ну, по броне он вроде неплохо удар держит. Сколько юнитов по нему стреляет, а он не умирает. Все, всем удачи, всем пока.